В Шымкенте завершат подготовку к отопительному сезону оставшихся 132 многоэтажных домов и реконструкцию 7 участков внутриквартальных сетей. Бюджетные организации к приему тепла готовы на 100%. Кроме того, с конца сентября в южной части города, а со 2 октября и в северной, начали заполнять тепломагистрали водой. Эти работы завершат к 18-19 октября. Кроме того, погашена многомиллионная задолженность перед ТЭЦ, а та, в свою очередь, выплатила свой долг за потребленный природный газ. Есть, конечно, проблемы с неплатежеспособностью населения в данный момент. За прошлый отопительный сезон наши потребители должны ГКП «Хуаджилурталык» более 150 миллионов тенге. По ним идет, согласно существующему законодательству, в судебном порядке вопросы будут решаться. ТЭЦ свои долги, основные долги полностью погасила. На сегодняшний день дана заявка на подключение газа.